بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلاة الوتر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ غريب поговорим о том, что касается молитвы витр. سنة مؤكدة. Это является сунна, которую пророк никогда не отменял. واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. То есть пророк постоянно совершал. في الحضر وفي السفر. Как будучи дома находился, так же и в путешествии. نعم. ويكون وقت صلاة الوتر من صلاة العشاء من يعني الانتهاء من صلاة العشاء إلى أذان الفجر. И временем витр намаза является, то есть с момента, как человек совершил айша намаз до фаджр намаз, до утренней молитвы. أقل الوتر ثلاث ركعات. И самое минимальное количество раката у витра это три раката. هذا أقل لكنه كامل. Это, говорит, минимальное, но полноценное. لكن عندنا أقل وناقص ركعة واحدة. Однако, говорит, есть еще, говорит, минимальное, но, говорит, неполноценное, это один ракат. وأكثر الوتر 11 ركعة. Максимальное витр считается 11 ракат. يصلي ركعتين 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 ثم يوتر بواحدة. То есть читает по два, по два, по два раката и в конце завершает одним ракатом. أو يصلي مثلا الوتر ركعة واحدة. Либо же читает витр один ракат. يصح أن يصلي ثلاث ركعات لكن بتشهد واحد ليست كالمغرب متصلة. Либо же можно прочитать три раката подряд, но без того, чтобы после второго, то есть после второго раката не читается тахият, то есть не уподобляем его как магрибу, то есть читаем три раката подряд и в последнем ракате только читаем тахият. أو يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة. Либо же читает два раката и даем салям, потом встаем еще дочитываем один ракат. يصح أن يصلي خمس ركعات متصلة. يجلس فيها للتشهد في الخامسة فقط ويسلم. Также можно прочитать подряд пять ракатов и с одним аттахиятом в конце. ويصح أن يصلي سبع ركعات متصلة يجلس فيها للسابعة للتشهد ويسلم فقط. Также можно прочитать подряд семь ракатов и аттахият читаем только один в конце. ويصح أن يصلي تسع ركعات متصلة يجلس في الثامنة للتشهد ولا يسلم ثم يقوم للتاسعة. يصليها ينتهي منها يتشهد ويسلم. Также можно читать 9 ракатов, говорит. Но читаем после 8 раката читаем аттахият. Не даем салям, встаем на 9 и после 9 читаем аттахият и даем салям. نعم. والله أعلم. И Аллах знает об этом лучше.